Но вначале состояние остановочных павильонов областной столицы в преддверии заседания комитета по градостроительству осмотрели депутаты городской думы. Сегодня в Ульяновске свыше 700 остановок общественного транспорта и заездных карманов. Их содержание закреплено за муниципальными предприятиями. Все знают, жители города, о том, что у нас идет программа безопасной и качественной дороги. И неоднократно поднимался вопрос, что работу нужно делать в комплексе. И в том числе остановочные павильоны, они тоже включены в этот комплекс работ. И мы будем постоянно поднимать этот вопрос, чтобы на всех участках, где выполнены эти ремонтные работы по безопасным и качественным дорогам в рамках этой федеральной программы, все-таки работы делались комплексно. И газоны, и тротуары, и остановочные павильоны, которые идут вдоль дорог, они соответствовали нормативам и требованиям. По оценке депутатов, состояние многих остановок далеко от идеала. Нередки ситуации, когда остановка есть, но крытого павильона нет. Проблема обостряется в новых микрорайонах, например, в Засвежском, Юго-Западном. Соответственно, для того, в процессе освоения этих микрорайонов, для того, чтобы было удобно жителям добираться, принимаются меры, хотя бы устанавливаются временные знаки, что остановочный пункт. При выделении дополнительного финансирования в дальнейшем там устанавливается павильон, который предусматривает крытый павильон для посадочных площадок нашего населения. Наряду с нехваткой еще одна выявленная депутатами проблема – содержание остановочных павильонов. Хотелось бы, конечно, обратиться к администрации города с просьбой все-таки еще раз сделать, наверное, мониторинг всех остановочных павильонов, привести их в достойное состояние, и а там, где вообще отсутствуют эти павильоны, поставить их на место для того, чтобы действительно наши жители, а я говорю, это в основном ветераны нашего автозавода, механического завода, ну, это, наверное, как наш долг уже, доставить им нормальные, удобные места для того, чтобы они могли подождать транспорт. Решать поставленные вопросы парламентарии намерены совместно с городской властью. Итоги осмотра вынесут на ближайшее заседание комитета по градостроительству.